Привет, зрители этого видео. Сейчас я покажу игру Xeno Hunter Deadly Shores. Давно в эту игру играю, по-моему, даже повторяю. Ну, короче, давно. Охота во вторник. Да, здесь вот такие охоты есть. Пойдем. Есть охота в понедельник, есть охота во вторник, есть охота в четверг. Ой, пропустил. Есть охота в среду, есть охота в четверг, есть охота в пятницу. Но, думаю, может, не по порядку было, поэтому хотя бы надо. И до сих пор есть охота во вторник. А за сегодня среда. И вот вы заметили, что там охота во среду была. Я просто уже прошу. Охоту во среду. Сердце? Серьезно, что ли? Сердце? Они еще сосранцы будут собирать за это энергию, они не будут собирать за это энергию. Тогда почему у меня так мало энергии? Ну, не мало, но просто не на максимум стоит. Я не знаю. За такие охоты обычно не стирают энергию. Как два? Я же убивал только одного. А, ну да, я убивал двое. Ну все. Боже, боже. Хейтеры в последнее время начали появляться. Вот вчера я выложил видео. Несколько видео я вчера выложил. И у меня сразу появилось много хейтеров. Ну, немного, там... Немного, да. Немного. И вообще, по-моему, даже один хейтер появился. И игровой канал. Игровой канал легендарного. По-моему, так он только называется. И так вот, он мне там написал, что за фигня? Вы представляете? Возможно, я и прав. Фигня снимаю. Я тот ребута, ребута, не знаю, как точно называется. И не знаю, как это точно называется, трибьют или трибут. И я и правда его украл. И, наверное, поэтому написал, что это фигня, хотя нет. Он не поэтому написал. Он просто прохейтерил мое видео. Но он почему-то... меня убил. Но он почему-то при этом поставил дизлайк. Дизлайк поставил. Ой, не дизлайк, лайк!
пойду. Ну, потому что это правда была фигня. Я все там украл Витю и Роберта Ларсона. Ларсона! Что я говорю? Кстати, Гуан-Мунг еще называют Гуан-Мунгом. У меня еще даже был один рассказ про Гуан-Мунга, где это, ну, есть Гуан-Муна, где это я снимал Jurassic World. Это был Гуан-Мунг или там Гуан-Мунг из игры Jurassic World. Я про него там рассказывал. Но не рекомендую все-таки вам это смотреть, потому что там я все неправильно рассказывал. Я там неправильно рассказывал, посмотрел, и я просто это очень давно снимал, и за это время я узнал еще кое-что другое. А Гуан-Мунг, как хотите, так и называйте. Он меня убивать собрался. А где другой-то? Он что, убежал? Где другой? Считайте, я уже правду. Он меня сейчас стакомазером убьет! Вот сегодня меня все убивают. Ой, энергия. Восстановился. Наверное, это был глюк. Да. Хотя раньше у меня такого глюка не было. Вот этот. Как сокрыто. Я вам еще дам сокрыто. Я вам такое сокрыто устрою. Все, убил. Еще чуть-чуть бы, и он бы меня убил, а не я его. А вот этих птиц-динозавров, археоптериксов, да, они птиц-динозавры, наполовину птиц, наполовину динозавры, их очень трудно убить. Ну, по крайней мере, мне очень трудно убить. Четыре трупа майя-савра, это не майя-савра, майя-саура, четыре трупа майя-саура в одном месте. Ну, их легко стреливать, они там бегают. Мне
кажется, легко, короче, вот все. Вот и все. Кое-что заметил, что Трицератосавр и Гуанунг в этой игре изображены абсолютно одинаково. Они изображены... Они еще нападают одинаково, но... Ну, так у всех дромеосавридов такая анимация. Правда, Гуанунги и еще Гуанилуни не относились к семейству дромеосавридов. Вот они изображены, Гуанлунг и Процератосавр, абсолютно одинаково. Они очень похожи. Даже не похожи, они изображены одинаково. Наверное, многие уже знают, но кто не знает, я вам скажу. Аллосавр мой самый любимый хищный тиранозавр. Да. Он мой самый любимый хищный тиранозавр. Мне очень нравится, кого мы изображаем в этой игре. Вот так он и выглядит на самом деле. Сердце. Этот хочет на меня напасть, но здесь не могу. Это глюк, что ли, такой? Я убил того археоптерикса. У меня было 6 убитых археоптерикса. Я убил этого археоптерикса, ну, 7-го, и его не сосчитали. Мне игра, что ли, глючит? То энергия израсходована, то и археоптерикса не сосчитали. Я вообще не понимаю. В этой игре вроде глюков не должно было быть. Хотя нету. Меня убило. У меня рука уже немела. Может, надо без прицела? Где нет, с прицелом? Опять! Он меня сожрал! Саново! Вот можно просто начать, но тут...
Я даже как-то не заметил, что можешь не нажимать просто кнопку дальше. Но я как бы это знал, что можешь нажать заново и повторить охоту. Что-то пошло не так там. Я не убил всех за какое-то время, или динозавры меня убили, то тогда можно начать кнопку заново. Я уже пробовал, но как-то я не заметил кнопку сейчас. Да-да-да. Еще там даже хищники пишут, когда травоядные животные, даже когда травоядные животные, пишут хищники. Хищники, внимание, хищники. А надо внимание травоядные писать. Ну и правда как-то, как можно писать внимание травоядные? Их опасаться надо травоядные. И еще не бывает травоядные динозавры, потому что когда шли это динозавры, травы не было. И правильно их называть вот здесь, наверное. Заново. Ну, на этот раз точно должно быть. Все как надо. Я много разговариваю, поэтому, наверное, не удается это делать. Ничего не хочу сказать, чтобы написали один и тот же комментарий написали очень часто один и тот же комментарий. Например, круто написали очень часто. Тогда ваши комментарии будут сочитываться как спам, и этот комментарий будут подать в раздел спама. И где эти мутабра? Их еще 5 надо убить. Не, считайте, я уже пройду эту охоту. И буду просто ждать. Что-то я очень много разговариваю. Я такого не планировал. Вот, надо побыстрее, уже видео. Мне сейчас память на фотоаппарате сейчас кончится. Могу ли я всех прям поубивать, все это пройти за одну минуту? У меня рука еще не мила! Еще там много. Надеюсь, это последнее. Ну так и есть. Что-то я много
разговаривала. Это, в принципе, нормально, да? Но я этого не проявила. Я не планировал так много разговаривать. И рука не имеет. Ой, извините. Мне рука не имела уже держать фотоаппарат. О, наконец. 60 резких кинозасталов мне дали. Да. Вот его невозможно убить. Я его много раз пытался убить, его невозможно. Но если я его сейчас убью, это будет вообще класс. Кадром попытаюсь убить. Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.